Это еще один красивый корпус стоимостью чуть более 4000 рублей. First Player Trilobi T3G. Модель относится к классу мини-таур для материнских плат формата не более микро ATX. Из интересностей. Поворотная боковая дверца из закаленного стекла с магнитной фиксацией для быстрого доступа к внутренностям. Съемная фронтальная панель также из стекла. За ней установлен пылевой фильтр и три вертушки диаметром 120 мм с неуправляемой подсветкой. Сзади стоит еще один такой же. Очень необычно видеть невыпадающие винты, которые крепят вторую боковую крышку. Места для кабелей за мат-платой в достатке, а для одного 2,5-дюймового накопителя есть съемная салазка. Также в плюсах два USB 3.0 порта сверху, фильтры сверху и снизу под блоком питания, ну и по итогу получаем вот такую разноцветную красоту.